Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 2 июня, лето 2023 года, жара, все палит, греет. Хочу вам показать, какая у меня шикарная компостная куча и что у меня растет само по себе. Выбрасывала плохую картошку, вот она мне весной зашла. Видите, какая хорошая. А я выбрасывала как плохую. И вон кустик растет. Капуста будет у меня ранняя. Ранняя. С компостной кучи завязывается. Здесь плохого ничего нету. Здесь все трава. Перегной травы. И древесные стружки. Такая красота растет на компостной куче. И картошка между ним. Интересно, насядет ли на эту картошку жук или нет? А хотя уже есть по молодой картошке, его же колорадского полно. Теперь растет высадка. Выкидывала плохую капусту. И вот она у меня зацвела. И посмотрите, да как же неплохо на компостной куче. Вот, посмотрите, какая хорошая. И может быть, это сейчас днем жарко, а утром она такая веселая, красивая. Любоваться можно ею. И вот он, кустик. Так, что у нас еще растет на компостной куче? Думала, хрен, но это не хрен, мои дорогие друзья, а жалко. Это щавель конский. Вот так вот. Такой у нас будет урожай. Потом вам покажу. Мне интересно, какой качан капусты вырастет. Высадка не настолько важна. Качан капусты меня интересует. Так, даже вот и клубничка выкидывала плохую, старую. Но цветочков нету. Ладно, а это вот мои ирисы отцвевшие. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Канал я немножко изменила, потому что про сад, про огород у меня есть канал «Живи, радуйся». А этот будет выкладываться на нем то, как написано название. Немножко обо всем. Вот будет обо всем. Немножко об огороде, немножко о саде. Немножко обо всем. Пока.